Положение критическое. ПЦР безопасности черпан. Башни! Возьми аптечку. Возьми аптечку. Возьми аптечку. Возьми аптечку. Thank you.
Критическая. Почти всех уничтожили! Еще один страйдер у лесопилки! Так держать! Вы почти всех уничтожили! Еще один страйдер у лесопилки!
Страйдер замечен у кранов. Райдер 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 замечен у кранов.
состояние критическое. Thank you.
опорной башни. Страйдеру водонапорной башни. Что будет дальше? Возьми аптечку. Ха-ха-ха!
Похоже, это был последний. Стоп! Всем приготовиться! Замечен транспортник со страйдерами на борту. До высадки около минуты. Соберитесь! Сейчас будет очень жарко! Со стороны кранов. Еще один у лесопилки. Они появляются отовсюду. Сейчас у воды наборной башни. Еще не все кончено! Еще один страйдер у лесопилки! Еще один у кранов! Приблизились к шахте. Еще не все кончено. Еще один страйдер у лесопилки. Еще один у кранов.
Еще не все кончено! Еще один страйлер у лесопилки! Еще один у кранов! Еще не все кончено! Еще один страйдер у лесопилки! Еще один у кранов! Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно! Спасибо, Фриман! Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно!
Гордон Фриман. Отлично, Гордон. Спасибо, Фриман. Спасибо за помощь, Фриман. Отлично. Это было круто. Гордон, ты был великолепен. Идем. Готовы к запуску. Проверка, да. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Все, это завершено. Поисковый маячок, это тоже можно вычеркнуть. Вспомогательное оборудование Глайнер. Подожди минуту. О, Фримен. Я вижу, устройства Магнусона сработали безупречно. Я... чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что... спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Полезный груз, то бишь спутник, на барашке. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверял? Это что такое? Полет прерван. Свяжитесь с персоналом лифт. Других баз. Это старая запись. Нет никаких других баз. Если полет прервется, нам останется надеяться разве на то, что ракета упадет на голову врагам и передавит всех до единого. Проверка рабочего состояния спутника. Скорость ветра на различных высотах. Показания оставляют лучшего, но придется работать с тем, что есть. Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Погоди. Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограммов. Это допустимо. Нет смысла из-за этого откладывать старт. Мы тут. Наконец. Гор. Ты дрался, как сам черт, сынок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Оставим эту честь Гордону. Я нисколько не возражаю. Гордон, твой выход. Створки шахты открыты. Всем занять свои места. Подать топливо в главные двигатели. Приготовиться. 10 секунд. 9. Начинаем запуск. 7, 6. Пошла! 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 Летит! Да. А и правда летит! Ух ты! Еще так летит! Взять себя в руки! Да! Невероятно! Выдох! Рано праздновать победу! Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сюда! Совершенно верно! Время уходит! Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим зонд. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе. Это будет невероятное зрелище. Жаль, что нам с Магнусоном нужно снимать показания полета. Вы не хотите нас проводить?
Разумеется, как только освобожусь. Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо. Ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнусон. Да-да. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай меня. Класс, вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Гордон, Алекс, вот, портал начинается. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты! Боже мой! Да. Получилось! Получилось, Гордон! Еще как закрыли! И как раз вовремя! Я же говорил! Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела. Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, куда ты? Что ему в голову взбрело? Не убегай далеко! Вот и наш вертолет. Заправлен и готов ко взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько. Испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Вы точно ничего не забыли? Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты Борея. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. О, нет. Папа! Гордон! Помоги! Алекс! Папа! О! Беги! Послушай, корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, Господи! Люблю тебя, милая. Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка. Не смотри! Нет! Нет, Боже! Нет! Нет! Гордон! Пес! Прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Папа! Гордон, помоги! Папа! Алекс! Папа! Беги!
дальше. Этот корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, Господи! Договорись, милая. Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка. Не смотри! Нет! Нет, Гоша! Нет! Нет! Гордон! Пёс! Oh my God.